привет! Меня зовут Ирина, и сегодня будет традиционный обзор моего заказа по 10-му каталогу, который действует до 1 августа. Это мои покупки, это те продукты, которые я безгранично люблю, это продукты разочарования, которые мне не подошли. В общем, будем обсуждать этот каталог. И первое, с чего я начну, это не так, как обычно, я листаю каталог и рассказываю по страничкам, а о новинках, о запусках этого каталога и о того, что я была нереально впечатлена. Во-первых, если у вас был в прошлом каталоге заказ на 50 баллов и в этом каталоге также, вы получаете за смешную цену, за 199 рублей вот эти очки. Их я ношу уже целые 3 недели. Их получила как официальный обозреватель, как лидер топ-100 России. Очками этими восхищена тем, что они нереально крутые. Несколько человек мне спрашивали, что это за бренд, потому что они смотрятся нереально круто, дорого. Кто-то спрашивал, это Guess, потому что у меня есть дорогие очки Prada, Versace, которые стоят очень дорого. Понимаете, мне не жалко было на пляж их носить. Если мои очки Prada кто-то бы спер, они стоят около 25 тысяч, да я бы там, я даже не знаю, что бы случилось, да, есть очки на выход. А вот эти очки, которые смотрятся интересно, здорово, также защита от солнца, от ультрафиолета, они просто крутые. И самое главное, что эта форма подходит практически всем, и эта форма тренд. Во многих брендах сейчас используется вот такая вот форма, но это просто вау. Рекомендую, да, рекомендую. В прошлом каталоге их показывала, и в этом за 199 рублей по акции. Ну и здесь футляр стоит дороже. Поверьте, компания делает потрясающий для вас подарок. И, наверное, буду вводить рубрику «Продукт этого каталога». Это просто что-то нереальное, космическое, бомбическое. Это бронзер, который свел меня с ума. Это эффект хорошей, дорогой, холеной кожи. И нужно заказывать сразу в 2 оттенках. Это идеальное решение для лета. Она делает чудо. Во-первых, темный оттенок – это пудра, как бронзер, вы можете использовать в качестве скульптурирования, в качестве румян. Я уже наигралась, мне кажется, я даже переиграла с этой пудрой, я ее наношу, мне безумно нравится эффект. Весь макияж я закрепила вот этой пудрой, она великолепна, она тушует, она делает блюрящий эффект, она делает эффект фотошопа, она невероятная, она как-то подсвечивает лицо. Кожа невероятная, загорелая, дорогая, холеная. В общем, эту минеральную пудру я 100% рекомендую. Это просто вау. Это просто вау. Хочу сказать, что вот это, знаете, это что-то ближе уже к Шарлотт Тилбери. Это очень близко к Hourglass, да, вот такое вот дорогое, дорогое. Сколько прилагательных я уже повторила этой бронзирующей пудры. Я в восторге. Я в восторге. Эта пудра со скидкой стоит 699 рублей. Это светлый оттенок. Темный оттенок. Она как хайлайтер выглядит. Следующий продукт – это тоже лимитка. One Color. Сияющая помада. И этот бы оттенок я себе точно никогда бы не купила, потому что я избегаю таких вот коралловых, персиковых оттенков. Не знаю почему, хотя они у меня есть, косметички, я покупаю, но я не крашу. Когда я получила вот такой оттенок в качестве официального обозревателя, думаю, какой-то морковный, нет, это точно не мое. Мне нравятся более какие-то там, может быть, холодные оттенки. Но под загорелую кожу, когда я несла этот оттенок, он великолепен. Причем, давайте вам покажу вот этот оттенок. Хоть и она заявлена как сияющая, я не вижу в ней каких-то, вот знаете, вот как какие-то 3D, какие-то крапинки. Нет, она сияет, вот как вот дорогой хайлайтер, вот сияние у нее идет богатое, такое хорошее. И я бы никогда в жизни не сказала, что эта помада за 139 рублей, и еще нам какая-то скидка за 100 рублей. Она смотрится тоже. Это браво. Браво компании Oriflame за такой продукт, за такое нанесение, за такой эффект. Мне она очень понравилась. Итак, это оттенок вот этот. Она великолепно будет смотреться на загорелой коже, мне кажется, для любой женщины. Номер 40727. В
каталоге, она 139 рублей. Вместо чашечки кофе подарите своей подружке эту помаду, и она будет вас вспоминать. Это такая, знаете, помада действительно на лето, с таким оттенком. Тоже мне понравился этот продукт. Если вы пробовали этот оттенок, обязательно пишите в комментариях или как вы со стороны его видите. Третья новинка, которую мне прислала компания Oriflame на обзор, называется Full Moon. Это парный аромат. Парный — это означает, что ароматы дополняют друг друга и рождают третий аромат. Это не новинка, она была представлена где-то еще в 2008 году в каталогах. Я помню эту новиночку. И знаете, несмотря на то, что опять это же очень бюджетный аромат, 399 рублей, на него нет пробников, это, знаете, это вот как аромат настроения, парный аромат, он влекущий, нежный аромат, мне он понравился, это не базовый аромат, который вы наносите, а именно вот аромат настроения, больше, мне кажется, он как вечерний, нежный шепот волн, тонкий аромат ночной гордении, его теплое объятие. Кто устоит перед притяжением луны? И первое, что я чувствую, это нежный влекущий запах орхидеи. Нежный, тонкий, влекущий аромат гордензии и цветков персика. Аромат такой страстный, влекущий. Ах, такой огонь-огонь прям. Он не сладкий, навязчивый, а вот он именно что какой-то вот прям... Ух, с искринкой, девочки. Рекомендую, попробуйте. Вот в качестве летнего, вечернего аромата это вау. Это вот, да, и тоже 399 рублей. Если бы я не посмотрела на цену, я бы никогда ни за что не оценила этот аромат так, по такой цене. 100%. Теперь я жалею и, наверное, в следующем каталоге закажу для своего такой аромат, потому что мне понравился аромат, и он гораздо круче, чем вот так вот в каталогах. Следующая акция каталога – этот продукт, который должен быть у каждой девочки, начиная, наверное, с 25 лет. 6 натуральных масел – кунжут, авокадо, персиковая косточка, лимонтез, черная смородина, бобы и соя. Это восхитительный продукт, и мне очень нравится, что он в капсулах. Эти капсулы я беру с собой куда-то в поездки. А эта капсула без консервантов, на одно применение. Это великолепно. Я еще люблю использовать эти масла после того, как наношу разогревающую маску. То есть сделаю маску, открываются поры, после этого наношу масло. Великолепно. Сейчас это реально мировой тренд ухаживать за кожей при помощи разных масел. А здесь такой коктейль из 6. Раз мы уже заговорили про кожу, новинки прошлого каталога – это Novage для проблемной возрастной кожи, и я реально восхищена этими продуктами. И мое впечатление, они, продукты, очень круто работают. Мало того, что когда я проходила протокол, это, знаете, чтобы почистить организм, это без кофе, без сахара, без молочки, без булочек. Я продержалась где-то, наверное, больше, чуть больше 3 недель, и потом я поехала в отпуск. В тот момент, когда я была на протоколе, в тот момент, когда я использовала эту серию, кожа была... Она была божественной, она была классной, упругой, без всяких там проблемных точечек, там прыщиков. Но как только я сначала съела мороженое на пляже, потом я поела шашлыки, потом мы поели мидии, улиток, всякий мусор, булочек, багет. В общем, кожа вернулась и... Начались высыпания. Сейчас я буду стараться опять максимально убрать этот продуктовый мусор, потому что кожа сразу влияет. Я хочу сказать, что если вы будете применять эти продукты, но жрать всякий мусор, то это не спасет. А если вы будете правильно питаться, да плюс эти продукты, это просто вау. Постоянно вам говорю, даже не буду доставать, у меня в ванной стоит, это мой любимый крем дневной Optimals, и все бустеры, о них тоже вам неоднократно рассказывала. Просто для меня, понимаете, вот сейчас крем — это просто, знаете, как
пицца, как тесто, да, крем, да, и вот бустеры, сыворотки, масла, это все дополнение, это все начинка к вашему крему, тем более вот сейчас вот новейдж появилась, и, честно говоря, я сейчас все линейки мешаю, да, с новейджем, вечером, уход, сейчас заказала Royale Velvet, да, и я чувствую, что у меня кожа, она другая, причем у меня есть как раз-таки бьюти-неделя, где я рассказываю о том, как дополнительный уход внедряют, даже вот, например, каждый день разная масочка, да, вы можете пойти в дорогостоящую процедуру сделать, а можете каждый день делать масочки, и эффект, он вообще просто вау, вау. 20-й год, это года, признанные уходом, уходовый, то есть сейчас все больше и больше переходит на wellness, на уход за кожей, это такой тренд, и причем сейчас очень многие блогеры рассказывают, что они не ищут косметику каких-то там определенных брендов, а они изучают состав, то есть какой компонент развития косметики уходовой настолько активно, что постоянно запускаются какие-то формулы, технологии, то сейчас люди, современные покупатели, они уже разбираются в компонентном составе, и я слушала обзор одной девушки, которая рассказывала про центеллу азиатскую, про то, в каких линейках она содержится, что она сейчас досконально изучает косметику, и там, где есть центелла азиатская, она уже присматривает, разбирает, смотрит, комбинирует свой уход. Она рассказывала, насколько... То есть это центелла, это очень дорогой компонент, который встречается в премиальном сегменте. И она, во-первых, очень круто справляется против акне, анти-эйдж. Кроме того, она очень крутая против мимических морщинок. Она восстанавливает очень хорошо кожу, заживляет, рубцы восстанавливает, да, и она рассказывала там, вот эта линейка, вот здесь вот там вот такая линейка, да, показывала разные баночки, что она пробовала, серум и так далее, прям все выкладывала, и вот она прям действительно все собирает, и везде эта центелла азиатская, да, у нас же вышла вот эта новинка, хотя, в принципе, это не совсем новинка. Еще в далеком, я не знаю, в каком-то там 2000-м каком-то году у нас была серия Bioclinic, и для проблемной кожи это была серия, там такой же был состав, там был ницамид и центелла азиатская, там это был даже, причем по запаху это тот же самый продукт, поэтому компания Oriflame давным-давно уже использует эти компоненты, и как она вот внедряет все время новые, и я смотрю то, что существует вот на рынке, я посматриваю, да, что рассказывают блогеры, да, читаю статьи, мне просто нравится все, что связано с косметикой. И я настолько люблю первое впечатление, когда открываешь коробочку, ты открываешь новый крем, чувствуешь новую текстуру, пробуешь новую маску для лица. Вчера я попробовала вот эту замечательную маску, она для проблемной кожи, два этапа, разогревающая и охлаждающая, огонь и пламя. Причем, как ее наносить? Сначала вы наносите разогревающую маску на сухую очищенную кожу, и сначала туго наносится, но потом, когда начинаете наносить, все это превращается в какое-то как масло. Очень-очень прям вот чувствуется, как идет разогрев, поры открываются, и нужно 2 минуты массировать. Вы делаете массаж по лимфотокам активно, и вот вбиваете, тем самым помогаете коже, открываются поры и вычищается эта грязь. Дальше, после 2 минут массажа, вы оставляете на 3 минуты, и она, знаете, как-то, она прям как-то тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык как-то собирается. Опять промассировали, она гладенькая, потом раз тык-тык-тык-тык, как-то она прям кучкуется, как-то вот здесь очень интересно, да, понаблюдать за этой масочкой. Вы смываете, вы чувствуете, какая кожа чистая. И после этого второй этап, вы закрываете поры, и это охлаждающий эффект. Когда наносите, даже я чувствовала какое-то пощипывание, чуть-чуть покалывание. Хотя я смывала ее маску очень хорошо, я чувствовала вот это ощущение холода. То есть, когда поры открылись,
все-таки что-то кожа забрала, и потом идет какой-то пролонгированный эффект. И кожа утром стала круче, лучше, и я увидела на коже меньше воспалений. Жалею, что заказала себе только две масочки, закажу еще, и, наверное, сейчас я буду использовать это в системе. Раз в неделю вы можете использовать эту маску, в какой-то день, например, у вас среда, или по четвергам у вас максимально идет очищение, либо можете там, например, через неделю по четвергам ее использовать, но сразу пропишите у себя в бьюти-календаре. Однозначно я докуплю себе вот такие маски, мне они понравились, и я поставлю их как вот фундамент, основа. Есть точно такая же серия Pure Skin, тоже двухэтапно, может быть, я буду чередовать, у меня тоже они про запас, но мне это понравилось гораздо больше. Прям вообще радуют новинки. Очень радует. Я даже не знаю, с чем это сравнить, но это крутейшая новинка. И я бы тоже поставила ее где-то ближе к премиальному сегменту. Уже не говоря про компонентный состав. Но она стоит должна быть гораздо дороже, честно. Серия «Ни за что и никогда». Серию, которую я, наверное, бы всю жизнь игнорировала. Но я столько слышала о ней отзывов, столько положительных, столько восхищений, что в этом каталоге я себе ее решила попробовать. Это серия с возраста 40+. Кто догадался, какая это серия? Это серия «Легенда». Это серия Royal Velvet. Royal Velvet, даже не знаю, когда она появилась, да, ее улучшали, обновляли. И я, наверное, неправильный, нестандартный потребитель, потому что что покупают? Берут очищение и какой-то крем, да? Я, например, не брала очищение молочко, я взяла тоник, потому что он чем-то похож на эмульсию. Такое, знаете, нежное-нежное. И причем этот тоник я использую, чтобы сделать какой-то взбивающий эффект. То есть наношу не на диск, потому что я тщательно очищаю кожу, а именно на ладошку и вбиваю, и делаю массаж. По эффекту напоминает эссенцию. И также я взяла себе ночной крем. Утром, да, дневную, так как у меня кожа жирная, я люблю использовать такие легенькие крема, флюиды. А на ночь, да, вот этот крем нанесла очень классный эффект, вот этот после масочки. Вот этот вот крем мне понравился, поэтому я буду использовать в этот день в паре. То есть, когда у меня, например, навейс, что у меня эссенция идет, плюс там весь этот уход. Мало того, под этот крем я также использовала, потому что здесь также идут компоненты анти-эйдж, сантелазиатская, ницамид, да, салициловая кислота. То есть все вместе это работает, поэтому это не только можно под Novage использовать, да-да-да. В последнее время очень часто комбинирую с Optimals, я использовала крем и коллаген, а сейчас, наверное, уже лет 8, как не пробовала вот это средство, это крем дневной, увлажняющий крем Novage, и это бомбическая серия, она максимально восстанавливает, увлажняет кожу, и я слышала от многих блогеров, так же, как и от наших косметологов компании Oriflame, то, что они даже если вам 30+, 40+, на лето классно использовать вот такой крем, как увлажнение. Потом на осень вы также можете перейти к серии Novage, поэтому с 50% скидкой у меня заказ вот этот крем. Невероятно вкуснейший крем. Нежнейшая текстура. Боже мой, как я соскучилась по этой серии. Как я соскучилась. А знаете, вот в серии Novage нету такого, что это вот такой-то возраст, это такой-то возраст, это такой-то возраст. Просто эта линейка серии дает максимальное увлажнение, он как бустер, да, вот он наполняет вашу кожу влагой. Если у вас есть морщинки, то эта серия другая, коллаген. Если у вас, вы чувствуете, обвисает овал, упругость, эта серия уже фиолетовая. И против пигментации, я сейчас уже посматриваю, хорошо загорела, у меня пигментация начала вылезать, и я вот думаю, что, наверное, в следующем каталоге все-таки буду брать серию против пигментации. Во всяком случае, у меня есть сыворотка, уже начну комбинировать, дополнять как-то в крема.
Ничего страшного, также можно, вы можете перемешивать и делать свой микс. Заказывал тени Skull Beauty. Я периодически это делаю, вы же знаете, что я фанатею от теней различных брендов. И сейчас уже подсматриваю, хочу Наташу Денону новую бронзовую палетку. Пришли подарки, и один из них, это вот такая вот маска. Полная версия стоит 5000 рублей. Это ночная слип-маска, которая делает максимум увлажнения. Аромат маски. Когда я нанесла эту маску, эффект после этой маски, я думаю, да что это такое, что-то подобное. Ну вот я хочу сказать, что вот это на 5000, ну я не знаю. Вот я долго думала, ну что она мне напоминает, что она мне напоминает, и я вспомнила, что она мне напоминает. Она напоминает мне вот эти вот две масочки, нашу увлажняющую масочку, и также мне нравится, да, она бюджетная, всего 99 рублей. Да, может быть, не такой супер там крутой сразу эффект, но такое, знаете, легенькое увлажнение, когда вы делаете свой уход и мешаете между, например, сильными сериями, линейками, дорогими, да, и что-нибудь полегче, бюджетными. Но вот по чесноку серия вот эта и вот эта для меня это одно и то же. Потом, когда я посмотрела компонентный состав, я поняла, что не все хорошие люкс-бренды, ну, в общем, есть хорошие крема, а есть какие-то не очень по таким ценам. В общем, я горжусь компанией Oriflame. Насколько это качественная, классная, крутая, современная косметика. Насколько она соответствует всем мировым трендам. И еще, если вы девочка после 45, я рекомендую вам запастись вот несколькими прям сериями этих пробников. И, например, раз в неделю использовать курсом вот эту серию. Полностью сделали. Дальше, опять же таки, прошла неделька, еще раз сделали. Это, знаете, как салонный уход для вашей кожи. Пока еще вам рано использовать, но вот как-то так, чуть-чуть по линеечкам. И вообще, когда все вот эти пробники есть, собирайте. Комбинируйте, сочетайте, чувствуйте, что нужно вашей коже. Делайте, например, какую-то базовую линейку, а на нее внедряйте какой-то дополнительный уход. Комбинируйте, вы почувствуете, как ваша кожа реагирует на какие-то изменения. В этом каталоге своей подписки я поменяла наш шоколадный вкус. Очень давно его не пила. Не знаю, соскучилась. Никогда такого не было, чтобы на wellness продукт была скидка 40%. В этом каталоге идет скидка на мужской и на женский комплекс витаминов, и это такая смешная цена, и вообще очень классно, если вы по акциям сейчас собирали отдельно омегу, отдельно астаксантин, да, что в принципе можно уже и взять витаминки эти со скидкой. И я их не взяла лишь только потому, что у меня есть Wellness Pack, у меня есть постоянная подписка. Почему с Wellness происходит естественное снижение веса, хотя эта линейка Wellness не позиционирует себя как средство для похудения. Да, у нас после Нового года появится специальное средство. Почему так происходит? Просто ваш организм получает необходимые макро- и микронутриенты, да, и вам меньше хочется сладкого, меньше хочется есть. Одна витаминка, это как если бы вы съели. Ну, по чесноку, мы всем работаем на унитаз. Наш организм берет только макро- и микронутриенты, остальное он все выводит. Правильно? Правильно. Так вот, представляете, ваш организм, вы делаете себе классный завтрак, и ваш организм берет витамин С, как в полутора апельсинах, раз. Витамин D – это пол порции филе лосося. Витамин Е – это 6 авокадо. Представляете, как съесть 6 авокадо? Минералы. Кальций – как 130 мл йогурта. Железо – как 275 граммов говядины. Цинк – это как 210 граммов кешью. Это, представьте, это у вас будет такая тарелка, поднос, да, вот такая гора еды. Либо вы заменяете все вот такой одной витаминкой. Вот поэтому полные люди – это те люди, которые просто нажирают. Им хочется есть. Просто организм у них требует еды. Он требует витамин, то, что ему нужно. Вот, а
как бы некоторые экономят на витаминах и покупают еду, жрут, а потом откуда у нас появляется ожирение, проблема, а как вы знаете, да, ожирение, оно приводит к другим заболеваниям. Поэтому уже вот 11-й год у нас Wellness Pack, ну это как бы это в системе. Кроме того, если вы новичок, я рекомендую вам сделать подписку Wellness. Например, это подписка для мальчика. Вы можете менять на женский вкус, на любой другой, на супчик. И тем самым пройдя всю стартовую программу. Потому что один наборчик это больше, это 100 бонус-баллов. Тем самым вы получите в течение 4 каталогов, это 3 месяца, подарки примерно на 15 тысяч рублей. Это очень-очень здорово. Бусинка помогает мне обзор каталога снимать. Да, бусинка? Ладненько, переходим к серии по уходу за телом и за волосами. В этом каталоге я заказала себе повторно вот такой вот охлаждающий крем после загара. Это восхитительный крем, как аромат, так же, как он имеет охлаждающий такой эффект. И у меня один из дней, у меня ребенок немножко подгорел. Просто мы поехали на частный пляж и были в течение всего дня в Кабардин. Она просто не выходила из воды. И у нее вот как здесь обгорела кожа, так и подгорело немножко плечи, все. И когда я, честно говоря, я очень сильно переживала, что будет на следующий день. Но после того, как я нанесла этот крем, все. На следующий день у нее было комфортно, ей было хорошо. Единственное, что, честно говоря, я жалею, что у нас нет масла для загара. Раньше оно было, SPF 15, безумно-безумно его любила, состояние вот кожи. Мне все-таки вот такие вот, знаете, ну вот наношу, потому что надо, наношу надо. А не хватает мне масла для загара. Лежала на пляже, я вспоминала мое вот это любимое масло, авокадо. Оно такое нежное, оно такое... классно. И вот, честно говоря, я бы рекомендовала вам взять, когда вы поедете на море, вот это вот масло, чтобы еще дополнительно наносить. То есть, например, вы нанесли SPF масло и через какое-то время, да, там покупались, намазали просто маслом. У вас все равно защита будет, она чуть снизится, но масло, оно классно восстановит кожу с таким классным ароматом. Кроме того, один раз в неделю я наношу масло. Это масло либо кокосовое, либо вот такое масло, либо оливковое масло, либо масло на вейдж, но всегда. И благодаря этому у меня волосы классные. Когда я приехала с моря, естественно, когда ты купаешься, плаваешь, загораешь, волосы портятся, они становятся сухими. И вчера я нанесла вот эту вот маску, и вы знаете, это просто чудо. Эта маска классная, она настолько круто восстановила волосы. Я чувствую, какие они мягкие. Мне она очень нравится. И она вот сейчас тоже идет со скидкой в этом каталоге. А еще у меня есть один заказ. Не буду говорить, кто заказал. Это вот такой один шампунь двойной объем. Странные, конечно, люди. Когда ты им рассказываешь то, что тебе нравится, то, что ты покупаешь, чем дышишь, вот все, а они заказывают... Они заказывают что-то, а потом говорят: ой, ну вот я пробовал ваши Oriflame, ну вот что-то как-то, ну не то. Не, мне косметика Oriflame вообще не подходит. Не, не подходит она мне. Что-то не то. По рекрутинговой кампании я выбрала подарок увлажнитель воздуха. И также пришла зубная щетка Philips. Я сделала уже дополнительно о ней обзор. Приглашайте своих знакомых пользоваться этой замечательной косметикой с максимальной скидкой, получать множество подарков. И вы за это также будете получать подарки. Это был мой обзор заказа. Тут, конечно же, еще очень много крутых продуктов, ароматов, средств, которых я очень сильно люблю. Вы просто можете полистать мои предыдущие видеообзоры, посмотреть. Расскажите, пожалуйста, о ваших любимках этого каталога, что вам понравилось, что вы попробовали что-то новое, какие у вас были первые впечатления. Ну и, конечно, желаю вам счастливого, классного лета. Успехов вам! Пока-пока! Скажи, Мур.